воскресенье утром мы ехали в церковь, и она побежала под колеса машины. Затем мы отнесли ее на детскую площадку, и сегодня, когда мы вышли на огород, мы нашли ее уже с переломанной ногой и отвезли в клинику. Ну, он был немножко мокрый, насколько я помню, ну, она плакала. Ну, мы всегда, когда кому-то животному нехорошо, мы всегда помогаем, и у нас у самих тоже есть животные, тоже спасенные. Выходил на работу с утра, услышал, как скулит собачка. Ее сбил мужчина. Мы сказали водителю, что он сбил собаку, чтобы он ее отвез к ветеринару, но он отказался везти и сказал, что это не он сбил. Кровь у нее с носа шла, лапка повреждена. На меня хорошо отреагировала. Не убегала, не боялась ничего. Она как бы смотрела и показывала, что у нее лапа, что болит. Пошел, взял водички, напоил ее водичкой, вызвал полицию. Полиция вызвала порятунок животных Харьков. Вот, жива-здорова. Бегает за мной, ходит постоянно. Когда рядом нахожусь, смотрит на меня постоянно, чтобы я там не ушел никуда. Да? Как пройти мимо такой маленькой собачки, которая скулит громко. Водителям желаю не сбивать собак. Хай життя переможе все.